Нету правила, что не отдается ни за хух. И при мне его 100-500 раз отдавали за фул. Не хотите за фул, тогда... Шкафчик, ты не дышишь? Мурковозу? Тогда, да? Хорошо. Отдашь ему. И Поппилайнд. Передал. Ресните? Ладно. Скажите, когда зайти в инст. Посмотри на статы вообще. Он такой же, как СРС. 25. Ты что? Там плюс 7 СПД, плюс 8 хосты примерно. То есть плащ отличный. Позвольте вам жить. Я еще в Дискорде? Правда, да. То, что пинг подскочил, не очень хорошо. А вы убили трэш вообще? Потому что я его еще убил. А уже на угле. А, типа там залагали, пацаны, что ли, или что? Ну, наверное, вчетвером, да, залагали там. Сандр, заходи. Заберите танки.
Сандра, заходи. Есть рыба. Симоните? Что там, Марат обиделся, лопнулся? Давайте, говорю, на хипала могу зайти, два окна. Поставьте рыбу. Не все обиделся. Дайте фулл бафа приисту. Я могу в роду тут встать, если надо. Вон он, Марат. Вон он, Марат, зашел, он. Вот, ты повторяешься. А. Приста баф, лапу там. Пробафайте. Сказал приста. У меня нету регов. Лапу дайте. Приста. Есть. Парочка простых и молодых ребят. Сильно не стакать на миликах. Я мне пробовал бы от сори. Хорошо, тогда стакай. Попробую приходить. Сангвини сейчас налет дашь мастера под взлетку. Хватит, фу ты под притяжку. Нажимай мастер. Я освободи сразу для глаздатого. Все хорошо. Неужели это единственный плагин, который пользуется макросом? Ясно. Обставьте креветка, Фадия, Матис, Ангвиник, Телештар вносите. Так если макросом справа пользуется его бады. Там же примерно падает. На лестницу падает, смотрите. За шиворот. Туда же падает. Подбивайте глыбы, пожалуйста. Разбивайте быстрее крайние в приоритете. На них все хер забьют. А Матис по мистер Крабу дашь БР? Ну разбейте, есть, пожалуйста, глыбы. Зря. Сильно не стакать, много хилов в освобожденках. Да там не потерять. Скидывайте освобожденку. Альпич, говори, говори, мастер. Мастер, налет нажми. Сангвини занимай, гад. 4 хила. Поэтому аккуратненько, пожалуйста, вообще не стакать. Танка не уронить. Хильте танка. Хилы 1-2 могут в рейде бахнуть. На форс-мажор мне срочно отойти надо, на притяжке сдохну. Дай по нему СС, Файди. Кому? О, контрол хил. Вышли с метками. Я надеюсь, ты успел закинуть.
по центру падают между глыбами. Подбивайте глыбы уже. Он в глыбе все равно. По центру падает. По правой стоп. По левому бейте. Там же падает примерно. Центрально не разбейте. В центре падает. Разбивайте глыбу. После глыбы дашь по нему СС? Вообще не стакать. Ни обморожение, ни освобожденку. Куда первого несем? По центру первого несем. Первого в центр, еще раз говорю. Мистер Крафт, в центр, милики ушли. Милики ушли. Разбивайте, скидывайте стаки. Следующий тоже в центр ставим. Киллерстар в центр. Ушли с центра, милики. Поднимайте по хп. Дуду камбэк на хп прочитай, Дим. Скидываем. Не улетите на притяжке сейчас. И не разбивайте глыбу. После притяжки разобьем. Разбивайте мержуйка влево. Матис Транквилл нажми. Геру нажмите, Геру нажмите. Газаты вправо выноси. Газаты вправо. Гимн ХП у кого остался, прочитайте. Следующий в центр ставим. В центр и нажми тучку. И каплю можно по нему закинуть. Киллерстар Транквилл прочитай. Личный сейв нажмите, у кого остался, гимн ХП прочитайте, скидывайте. ШПшки скиньте молитву, пожалуйста, по рейду. Добивайте босс. Контрол хил метка, отойдите с центра, заморозки. Ушли с центра, ушли с центра. На скилле. О, нифига себе, талик выпал. Вступите хотя бы один знак, да? Да, талик. Покоритель. Ну ё... Хорош! Малигос. Зачем тебе оно? Ну ладно. Только шаман сокет не ставит, там, по-моему, кощуге это кольцо надо было. Так, он на мейн роль, а кощуга нов. Так что, сори. Да, что там, Вальд? Кольцо? Шаману? Ну, все равно, в любом случае, он на шамана, это типа ради хосты ролит. А кощуга на оф ролит. Если он на ДЦ ролит, конечно. Или на холи прист. Не цепляйте варку, не надо, не бейте. Нас мало здесь, не бейте пока. То есть, смотри, ну ты понял, да, тему? Что если... Лучший пристор, да? Ну, нет, если на мейн ролит, а он на мейн на шамана ролит. Ну какой ему мейн, на если мейн он вообще не идет? Не идет с духом. Ну и что? И что? И что? В смысле что? Как значит, что значит что? Дух не одевает шаман никак, вообще ни одной шмотки. Ни... Он ему не нужен. Не рассказывай мне капы, классов, спеки и так далее. Я лучше так дело-то рядом. Не в капе, дело в стать. Дело в хрен. Я понимаю, но все равно он ролит на него, на шамана, ради хосты. Ну и че? Он ролит, потому что у него ничего лучше нету.
Он пароль, потому что никто не ролил, он бы себе бы взял. В чем проблема? Ты просто сейчас тебя херачишь. На 10? Не отдавай мне какое-то кольцо. Да, не отдавай мне какое-то кольцо. Я ему за 10% отдал. Что ты прикалываешь? Ты прочитай гилд-чат, пожалуйста. Ну ты же говоришь типа на мейн, что-то там, блядь. На мейн? Ну мейн это значит 100%. Смотрите, рассказываю. Если, допустим... А, ну сапоги... хочу даже слушать. Не рассказывай, пожалуйста. Давай мы просто убьем лича и разойдемся. Собаки следи падают, то если протопал их ролит на ОФ и какой-то ДК рулит на мейн, то отдается АДК, а не протопалу. Понимаешь? Я, короче, не хуй... Кощу... Нет, не за 50, это не бишмот. Читайте правила, короче. Там кощуди нету. Ну и все. Вообще без... На мейн шмотки не бисовые отдаются ППРу, на оф отдаются паролу. Все. А, там, кстати, это, Антох, Кощуга, подходи, тебе не удалось нас вайпнуть, поэтому давай, на лече тебя ждем. Не, он уже сказал, что фас можем, может, он не вернется. Кальян курить ушел. Вон там. Ну вообще, кстати, он резнулся после Сендры. Антон, ты тут? Он не умирал. По логам посмотри. Не, он не умирал. Почему-то пишет смерть. Control heal. Вам кто нужен, Шипы или Саван? Но если Кощуга у нас не возвращается, тогда шипы. Я просто лагаю, поэтому, ну, слабо. Да, это я отдал, но у меня просто полный отчет стоит. Ты, Аматис, просто со скорнянием заранее выйди в сторону куда-то и в боксе. Да понятно, я и так стараюсь весь рейд, чтобы ничего так это. Ну все, молодец, видишь. Не все так сложно и страшно, как и сделать, как это новое. Угу. Сейчас заходит там этот, сова заходит с приганкой, и он начинает. Он, бери возможности, это он поможет. Вместо Кощуги. Слышишь, Артур? Ау. Бери вместо Кощуги... Да, Кощуги, я сова, я возьму. Ну, он тебя вон в гринчате посунул. Ты кикни пока приста, пусть улетит. А здесь 5 секунд. Там на Сирусе, там на Сирусе надо 30 минут ждать. Он не привыкнешь. А меня меняет кто или что? Да нет. Зачем? Ну хочешь, он тебя хант поменяет, план хапка. Забей, все, оставайся, Матис. У нас просто. Так, по станам, давай сейчас разберемся быстренько. Глаза ты первая, третья даешь по печеньке, сангвини первая, третья по ромбику. Пальки все трусы. Вторые, четвертые вальки даем гнев небес, первый нажмет сангвини, второй нажмет глаздаты. По эсэсам. Демон для бафа накинь на Теотана, абсати на пальпича. И файди там во время боя, если что, по кому-то кинешь. На пулу первый нажмет рога, второй нажмет хант. Ну, это вот духи имеется в виду. По инерам давайте еще раз разберемся быстренько. Аматис, БФР, Кирис, возможности по интернете. Ну, блять, важная инфа, давай. Обсудим ГП. Говори, Сандр. Так я скинул гильчат, смотри. Ну давай, я буду посчитать. Если на мейн, то давай. По ПР идет. Если на мох, то по ролу. А еще раз кинь, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Сейчас, пацаны, подождите, чуть-чуть я дочитаю. Тут сори. Начали бы уже давно, и потом бы после лича. Скорбин, демон, не расслышал, по кому СС? Это кто? Демон. Сори. По БДК.
получилось так. Артурий, да, какая-то пушку, брат, а? Запущу, Артур. Нет. Там не поместилось, вот. Да, КПБДК сейчас с пула или после переходки, как обычно? Да, с пула. А, с пула, да. Там, кстати, по пальчику кинешь. По инерам еще раз. Аматис по Бэйлфайру, Крестар по Джерри с возможностью по Этернити. Я запустил Лича. А кто диспалит чему? Ну, ты подиспалишь. Не, давай кидаем ролл. Присты кидайте ролл. Тоже проиграл. Там только дудутипка роллит и все. Ну, дудутипка, кидай ролл. Ну, ретрики могут подиспалить. Дона, я не смогу сейчас. Ретрики могут. Понятно. Окей, ладно, буду диспалить. Чип, брат, давай. В коляску. Давай этот, давай этот прок уже. В чем поводил диспелит? Очищение. Что там с этими с мастер? Я скажу. Восьму ставь. На ХП крикните, пожалуйста. А, все. Извиняюсь. Нет, шаман забрал. РД пришли. Чума ловушка сейчас смотрим. Газдат и РДД. Милики прошли. Чума ловушка. РДД Этернити выноси. Блин, я зависла. Я надеюсь, я вышла. Да. РДД прошли. Господи. Сейчас ловушка, походу, улетишь. Стопните клиф. Забираешь аркарей и уходи. Этернити выноси, РДД прошли, веди Личана к нам. Давайте зубы. Ну, прохилите, пожалуйста. Прошли. Милики аккуратно, милики аккуратно, за Личом идем. Вышли на фазу. Переводите Лича. Пайп сейчас диспел. Нажми мастер на лед. Ренжу набрали, на пулу первый рог, второй хант. По диспелю этого. БДК. Убивайте трэш. Ренжу наберите, пожалуйста, нормально. По сверкам играйте. Матис, после переходки дашь БР по файде. Только под заражение не встань, пожалуйста. Под первое заражение после переходки нажмешь на тьму мастер. Сокру не тратить. В духу сейчас все играйте в приоритете. Освободите протопала мне. Да, сейчас после заражения добавим мануал. Под Лича все идем. У меня под ним.
поднимайте по хп рейд, вставай фаде, по локу бафы дайте, пожалуйста, все. Буду камбэк на ману прочитай и поставьте тотем. Валик кливаем. Сейчас сокру нажмешь под заражение. У меня таймер слетел, я не вижу когда. Не, не разошлись. Валик, разбивайте. На кнопку, оказывается, не нажал. Звездочку быстрее переведите, 5%. Все, хорошо, по лечу играем. Веди на центр леча. По локу баф обновите, паладин. В квадрате все встаем, в квадрате. Еще чуть на центр, еще на центр, еще на центр. Поднимайте без дневного, без ничего. Все, в квадрате встали. Второй раз задаем, нет. Влево сейчас осквернение выносим, нажмите Геру. Влево осквернение, рейд вправо. Осквернение влево. Все, отлично, вышли из него. Играйте по валькам. Улетает там звездочка, убейте, пожалуйста, ее быстрее. Оставляем кар... Все, по лечу играем. Дайте приступить. Бери на себя лечу. Регов нету, брат. Не, сейчас потом на центр сразу же быстренько. Гимн хп дуду камбэк прочитай. Все в квадратик. Все в квадратик быстрее. Играем по валькам. Ромбик разбить в приоритете. Ромбик, ромбик, ромбик. Улетает ромбик. Там холи, там холи был один. Все в ромбик сыграйте, остальное вообще забейте хер. Мастер на тьму, мастер на тьму. Игруиды прочитайте. Пальпича захильте, пальпича захильте. Все, отлично. Печеньку можно отпустить. Пускайте печеньку, играйте в леча. Оскорение сейчас. Оскорение выносим. Был файр. В квадратик все быстрее. Все в квадратик. Веди на центр быстрее леча. Гимн хп шаду тирс. Гимн хп. Глыбу прожми, анфеймс. Инвокер глыбу прожми. По валькам играем. Играем по валькам все. 5% это много. Играем валик. Разбиваем быстрее. Сангвини, поставь темку. Сангвини, поставь темку. И отдавай подзаражение, мастер. Мастер подзаражение. Личные сейвы прожмите. Личные сейвы прожмите. Сохранение выносите, не залейте. Выйдите из него просто. Просто выйдите. Терните, захилите. Возможности захилите. Все, леча переводим быстрее. Вой поставь на лед. Бэлфайр поставь на лед. Бэлфайр на лед поставь быстрее. Гимн хп у кого остался? Личный сейв прожмите, мастер на лед и сакру нажми. Сакру нажми. Сакра когда отдавал под заражение. Убиланды. Пойдет. Рынжу наберите. Рынжу, выйдите на рынжу, пожалуйста, все. Гимноману прочитай, Shadow Tears. Киллерстар залей и нерку. Сверху, 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 сверху. Сверху убейте. РДД. Уминер, брат. По неромантику. Киллерстар, БРНи шмурковоза. Прям сейчас можешь, в принципе, БРНуть. И сразу же возложение по нему нажмите, тут из плагина. И баф по нему сразу обновите. Касочку, МП5, лапу. Нет. Старого добиваем, старого. Сверху убейте. Старого духа 20%, допинывайте его. Теодана захильте. Там хулипал сухой вообще. Ничего страшного. Дуду, Джелли, читай на ману прямо сейчас. И тотем поставь. А, тотем КД. Не читай на ману. Не читай на ману. Двигаемся за квадратиком. Аматист от КДш цвинер, дашь по хулипалу. Угу. Стоимся здесь пока. Стоимся здесь. Назад, 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 шаг назад. Проходим быстрее, проходим быстрее, проходим. Трек нажал. Проходим, проходим. Прохинку магистр, амати захил. Стойте здесь, захиливайтесь. По духам играйте. Сова.
Прекратите, пожалуйста, блядь, вы заебали во время трэша договорить. Сори. Ну хоть мне оскорнение выносим. Оскорнение выносим. Бабл нажми таунт. Бабл таунт, бабл таунт. Можно между собой потаунтить. Блядь, ну не творится таунт. Все, забери ты там, забери ты там. Оставляй здесь. В духа играйте все, все в духа играйте. Два ретрика плюс шипешки, вы хлопаете духов. Два ретрика плюс шипешки, хлопаете духов. Все остальные в гневного играете. Можно их вместе всех угадал? Можно их вместе ввести? Духов похлопайте, ретрики, шипешки, пожалуйста. Откиньте их, гнев небесный жмите. Вынеси осквернение. Вышли из него, просто вышли из него все. Остаток духов похлопайте. Дергай Лича на центр сразу же, сейчас будет комната. Все, оставь, оставь, не веди, не веди, не веди, не веди. У нас еще БР есть? Да, есть, сейчас дадим. После комнаты нажимаешь возможности по Бобиленду, а киллерс... А нет, не... а не романтер, нажимаешь по Матис. Лучше по Мурковозу. Рести его лучше, потом опять зависит. Хорошо, по Мурковозу, направо пойдем. По Мурковозу нажмешь. Проходим дальше чуть, пробегаем, быстрее пробегаем, быстрее пробегаем. В квадрате встали, похилились. Листобаф прожмите в комнате. Нейромансер можешь по кому-то там миниль залить, по хилам, по джейлис можешь. Стоим здесь пока. Все, пробежали дальше. Сейчас выходим из комнаты, осквернение разливаем. Сангвини нажимаешь мастер на тьму. Мастер, приготовь. Нажимаем мастер на тьму, хлоп и дух. Хлоп и дух. Бэр, раздайте, пожалуйста, друиды. Мурковозу. А нейромантия по Пиленду. Все, веди. Следующих. Не надо. Займи темку и нажмешь под хлопки на тьму. Креветка выноси, выйдите из искренения. Нажми на тьму, мастер. Сильно и резко только не дергай, пожалуйста, Лича. Просто аккуратненько его. Жень, дай, пожалуйста, по Пиленду. Вон он там лежит около по тронам, правее трона. Ясно. Кому Эйнер, брат? Не знаю, посмотри сам по хилам, что там у них. По Блэфайру залей, все в квадратик идем. Найс, блядь, стоите, семя кастуете, просто красавчики. Нажми сокру. Захиливайтесь здесь, стойте. Бля, можно в центре, пожалуйста, побежать на комнате? А не стоять ебашить духов. Гимны хп, прочитайте, у кого есть гимны хп. Пробегаем дальше и стоим здесь. А что там по процентам? Осквернение разливайте сейчас. Займите темку, у кого есть мастер. И под клопки нажмите мастер. Оскорение сейчас вынести 4 секунды. Не веди никуда. Добивайте процент. Быстрее. 3 секунды. Бля, ребят, убирайте, просто эту привычку что-то базарить во время трая. Особенно не особо важное. Прям жопа горит с этого. Это да. Вашим натиском сгорели в пламени вашей
Ретрики вообще слабые, капец. 9к ДПС. Шесть к тебе должно быть, 15-16 к ДПС. Соберите еще одну целку. Ты отлично их обучил. Давайте лучше раз. Ты привел сюда лучше. Ну блин, полдесятого, давайте еще одну. Войт, сколько ты ДПС выдал? Кан выдал, вот я. Меньше меня. Вот я попросил. Если оскорбить. 7 миллионов. Должно быть 9-10 миллионов. Сколько пришли? Ну, давай, не подводи. Не, на сутки. Я могу нормально в следующий раз резать. Ровно в пол восьмого рейбом стартанули. Ай, подводишь гильдию? 30 стартанули? Да, в 19.30, там 19.29 и 80 минут было. У тебя ж вот фигня, ты, ну, плюс-минус. Конечно, тоже плохо, но плюс-минус нормально. А вот тот ретрик, у него 6.7к ГС, он мало дал. Вы 2 часа шли, что ли? Да. Долго. А чё, почему так, блин? Где мы выбрались? Обосрались, и на этом обосрались. Кому прилипнули? Блин, 14.5к, господи, Войд. О, ты чё? Какие ты 14к смотришь? Чё, ты это... за год столько не давала суммарно, сколько он за один рейд дал. Так-то у тебя еще 2Т10, конечно. А чё там Пеппер наклевал? Ничего не клевал. 4Т10 у него. Топ-4 ДПС размахом наклевал. Размахом... Что он? Кощук есть? 1.5 миллиона наклевал. И что это? Да-да. Тебе кольцо нужно? Войд, ты бафаешь, смени эту панельку. Бы, ну оно в спек бы пошло. Мы а если надо, короче, забери, пожалуйста, у шамана и там сам себе ГПшку накинешь, и ИП себе сам накинешь. ИП себе накинешь. Ну я не знаю, если ему надо прям... Если нет... Смотри, он на мейн спек это ролил. Если он ему не надо... Кольцо там уже сокет стоит, по судя по всему, в кольце. Оно дает ему хасту. В чем проблема? Если чего слышишь, мамы не ставить сокет. Мы сыграем. ГП ему дай тогда. Завоевать рольчик. Рискните, пожалуйста. Возможности. Ну и хрен сосчитать, конечно. Коня сразу говори, команда. Глора, срольте. Да ладно, блядь. А Попилент на танк, Попилент забирает Глору.